приехали, как говорится, в этом случае. Все, накрылось, до фермы я доехать не успел. И в этой серии я как раз хотел показать, как заправить автомобиль, если поблизости нет ничего и канистра у меня пустая. Итак, у нас есть автомобиль и есть надежда на то, что в нем есть бензин. Да-да. В новой версии, начиная с 2.2.1, можно заправлять автомобили, используя другие автомобили, но с одним условием. Если в них есть бензин, а точнее 25% бензина. Нам, видимо, повезло, и как раз было 25% бензина, так что у нас теперь есть полная канистра, и мы сейчас побежим, заправим наш автомобиль. Я надеюсь, что у нас все получится. Итак, мы пришли к нашему автомобилю и попробуем его заправить. Итак, да, мы заправили автомобиль на 16%. Отлично, теперь нам хватит топлива, чтобы доехать до фермы и заправить там ее по полной программе. Ну а что ж, на этом я видеоролик заканчиваю, и в следующий раз вы узнаете еще много и много интересных вещей. До скорых встреч!